против Владислава Емченко. Ушел влево. Роданов разгоняется, бросает и забивает Алекса Роданов. На Таюса. Алекс Таюс возвращает мяч. Кил. Полез под кольцо. Скидка Таюсу. Баба! Наблюдаем за самыми яркими эпизодами первой четверти. Эрдоган дает какие-то персональные указания Джуэну Моргану. Тем временем Мартюк получает передачу. И 2 плюс 1. Считать. Показывает реф. Так называемый бэкдор. И смог переиграть в этой ситуации. Против Джерома Хилла. Мартюк на периметре получает мяч. Проникающая передача внутрь. Девон. Акун Персел. Ну, как видим, конечно, проникающий пас от Мартюка. Роданов. Остановка от Роданова. Бросок и попадает Алекса Роданов. Пытается развернуться. В итоге мяч Кузинскому отскочил. Емченко. Самый настоящий организатор игры в составе Локомотива Кубани. Вот сейчас очередной результативной передачи. Хилл. Хорошая диагональная передача. Савин внутрь. Роданов! Блокирует его Андрей Мартюк. Вот это горшок выписывает российский центровой Локомотива Кубани. Еще раз смотрим эпизод. Баба! Вот об этом как раз таки поговорим после атаки. Мартюк берет подбор и блокшот. Алекс Таюс оформляет. Быстрая атака. Ух ты, какая передача. Походяев. Нет, забил со средней. Мартюк получает мяч после подбора в нападении от Акара Уайта. И забивает Мартюк. Это прям совсем плохо. Хороший перехват. Барфарт. И можно сверху забивать. Но Барфарт решает в быстром отрыве. Ожидает пополнение. Джерома Хилл готовится стать отцом. Так что вот сразу несколько приятных новостей. Тем временем забивает Попов. Так называемой точке элбоу, локоть. Да, это вот углы краски. И вот с этих точек как раз таки броски отрабатывал Ондур. Тем временем забивает. Через Попова отыгрался. Еще один заслон. Попов проникает внутрь. Ну а Роданов проходит с левой стороны. Не смог забить, но подбор остался за руной. Янг 3 выпускает. Не попадает Янг. И, конечно, тут вылетает длиннющими руками. Забирает Ондур этот мяч. И Латонцев. Ответ. Класс. Ондур против Моргана. Проверил на контакт. Джуэн стоит. Но Ондур развернулся и... Ну, а мы еще раз смотрим за Попов. В дебютном матче для Ондура. Попов делает скидку. Иванович! Забивает Иванович! Шикарное попадание. Нарушение правил было зафиксировано. Давайте еще раз смотреть этот эпизод. Иванович попадает. Ведищев. И вот, пожалуйста, статистика Никола Ивановича в этом сезоне. И Латонцев тем временем забивает. В среднем 14 прошел заслон от Латонцева. Сопровождает его очень неплохо здесь игрок Руны и отбивает. Очень быстро развивается нападение Локомотива Кубани. Ведищев один из угла. Не попадает Ведищев, но подбор забирает Уайт. И 2 очка добавляет. Выбрасывает Иванович. И Латонцев. Очень быстро Локомотив переходит в центральную линию. А тут еще и Акара Уайт попадает издали. И, кстати говоря, в исполнении железнодорожника в сегодняшнем матче. Руна-то свой первый бросок уже забивала усилиями Никола Ивановича. И вот по одному точному броску 6 из них он набрал с линии штрафных бросков. Хилл. Средний бросок забивает Джерома Хилла. Но вот и Джерома Хилл наконец-таки... Играть в высоком темпе, и периодически это удается. Игрокам Локомотива Кубани. Девон Акун-Персел попадает. 3. У Руны будет еще одна возможность провести атаку. Хилл против Мартюка на первом шаге. Классно переиграл. А вот Дмитрий Узинский опоздал с подстраховкой. Меняется на Мартюка. Скидка Савину. Ивановичу мяч вернули. Не успевает Мартюк. И получает Локомотив Кубань. 3 очка. Мартюк. Неплохой заслон. Емченко все-таки внутрь проник. Передача на третьего. И ба-бам.
Попадает Девона, Кунперсел. Очень быстрый ответ Джарамайхи. За спину и просто-напросто перехватил мяч. Но тут же потеря от Локомотива. Джарамайхи внутрь. Ян. Здесь, конечно же, Локомотив Кубань. Вот уже тренерский штаб Локомотива предъявляет свои претензии. Акара Уайт может помочь с этим броском. Девона Кунперсел накрывает его Алекс Тайос. И это блокшот в исполнении Тайоса. По ходу своей карьеры перестроился на позицию разыгрывающего. Очень много двигает мяч. Прибавил и в видении площадки. Воу, забивает 2 плюс 1. Продолжает набирать очки. Теперь у него уже 15. Если забьет штрафной брат, все это вы видите сейчас на своих экранах. Йонг полез под кольцо. И 2 плюс 1. Считать, показывает Рэм. Мартюк все-таки получает сейчас персональное замечание. Давайте еще раз посмотрим. Да, чуть-чуть. Следующий за ним Иванович с 9 баллами в активе. Девона Кунперсел. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой же сложный бросок. На дриблинге уже устремлялся к кольцу, но Ян, конечно, понимает. Ну и второй командный для Руны. У краснодарцев уже 3 замечания. Ой-ой-ой, здорово! Поп-поп! Все видят, принимают решение, что это фол внизу. Емченко получил мяч с разворота. Емченко закладывает этот бросок в корзину. Кузинский через хэндофф. Червенев. Нашел Акунперсела, Акунперсел на Уайта, Уайт из угла, попадает, Акара Уайт. Той самой разницы плюс 15 для себя, очень комфортной. Морган наносит 2 очка, Джоэн Морган. На дуге Узинский, Шерпеневский мяч доставили. Александр Шербенев выпускает 3, Шербенев! И... как мне кажется, в последние годы прибавляет. В реализации Захар Ведищев. А вот здесь Джоэн Морган. Как и Локомотива, выход Ведищева под получение мяча и соответствующий бросок. Сыграть здесь пик-н-ролл. Получает в размен Тайуса. Нюч, хороший размен. Степ-бэк. Вот почему не очень хороший размен. Вот почему, друзья, совершать броски не стоит. В этом уже... Савин пытается Барфорда раскачать. Хороший заслон. Перевод мяча на Хила. Джеремая 3 забивает. Дур не успел уложиться в обозначенное время на владение. Тайус через Походяева. Походяев попадает. Походяев. Но вот действительно не хватало. 24-19 вторая четверть и 19-18 третья. Барфорд. А вот и банан от Кэмерона Янга. Блокшот выписывает Кэм. Отделяют команды друг от друга. Янг против Ведищева. Бросок. Янг не забивает, но Тайус подбирает. И добавляет 2 очка. Алекс. Больше 3 персональных замечаний нет ни у кого. 3 у Моргана, 3 у Походяева и 3 у Хила. Но забивает Ведищев. Лучше. Баллистов сегодня по набранным очкам. Акунперсел 3 попадает открытую трёпку. Казалось бы, очень близко Руна подобралась. Буквально на дистанции. Емченко против Ивановича. Емченко останавливается на дуге. Елатонцев, а это перехват. Перехват Родана! Атака от Ивановича против Елатонцева. Передача внутрь Таесу. Даю скидка Родана! Забивает сверху Алекса Родана. Проникающая передача внутрь от Алекса Тайуса и Алекса Родана. Поменялся на Елатонцева. Елатонцев против Ивановича. Емченко переключился и забивает Иванович. Возвращает мяч Акунперселу. Акунперсел, степ-бэк, средний, попадает. Ну какие же броски! Янга сегодня 16 очков. Ну а Акунперсел против Походяева. Роданов выбил мяч, но мяч для Уайта. Уайт попадает. Акара Уайта под занавес времени на атаку. Вот, казалось бы, и 24 секунды съели. А еще и 3 очка забили. Плюс 10.
Походяев, Походяев переигрывает Червенева. Это рифма получается и у меня. Дэвона Кунперсе. Передача на Илатонцева. И считать здесь 2 очка. Да. А баскетбол вообще это контактный вид спорта. Попадает, попадает Иванович. Ну вот, Александра. Уэн Морган точен с линии. Длинная передача. Усинский. Да ладно, ну какой же пас прошел. Ну а мы еще раз, друзья, наблюдаем. Алекс Раданов. Передача внутрь. Джуэн Морган. Бросок забивает. Забивает Джуэн Морган. 0 из 6. Ни одного броска не забил. Емченко и Раданов. Буквально за 4 секунды отыграла 4 очка. Это невероятно. Забивает Барфорд, 74-80. Иванович не точен, Раданов не добавляет. Блокшот от Уайта. Локомотив Кубань и укрепляет свою позицию на третьем месте в турнирной таблице единой лиги ВТБ. Сумасшедший. Им Дэвон Акунперсел сейчас буквально убегает с мячом. Все, все, друзья, эта встреча завершена. 74-80. Эту победу одерживает Локомотив Кубань.